Всем привет! Приветствую на своем канале. Игра Евротрак Симулятор 2, версия игры 1.43. Обзор грузовика мода МАЗ 2001 год. Вот такой вот, ребята, у нас грузовичок. По такому же МАЗу был уже обзор у меня, но это такой же МАЗ, но по тюнингу он немножко другой. Так, вот сейчас мы и посмотрим это. Так, по кабинам две кабины. Возьмем вторую, нового образца по шасси. 4 шасси, 4 на 2. 6 на 4. 6 на 4 с кузовом. 6 на 4 с кузовом. Тоже с грузом и кузов у него такой вот. Ну, возьмем 4 на 2. Так, по двигателям. Три двигателя, все ЕМЗ. 238D, восьмерка. 320 лошадей, 330, 530. Так. Давайте 330 лошадей возьмем, послушаем звуки у него какие будут. Так. Одна коробка передач. ЕМЗ 238А, 8 передач. Так, по салону, 2 салона. Вот салончик. Ничего, прикольный, добротненький такой. Стандарт 1, стандарт 2. Такой вот они отличаются. Давайте лучше стандарт 1 возьмем. Так, по покрасочкам. Имеет покраски, также скины. Билтранс, масс, скин. Дорожная служба Екатеринбург. F8, турбо. Транс-масс, Гомель Обл-транс, Софтранс авто. Так, давайте вот такой возьмем F8 скинчик. Так, по тюнингу ТВ антенна, очень много козырьков. Козырек Билтрансмасс, козырек Билтрансмасс, козырек бродяга, козырек бродяга, козырек спойлер. Давайте возьмем козырек Белтрансмасс, поставим. Так, это здесь можно всякие огоньки сделать, еще что-нибудь. Гирлянда в кабине, выхлопная труба ржавая, труба серая. Давайте ржавую поставим. Жабры. Жабры прикольно тут. Так, это в салоне у нас. Наклейка. Масс. Тир знак. Решетка. Краска. Пластик. Давайте эту купюру оставим. Фактори тоже тут. Ходовые огни на бампере, дворники на фары, номер Россия, номер советский. Давайте номер Россия поставим. Кенгурятники есть уже. Давайте такой ему кенгурятник поставим. Бампер краска. Пластик краска. Давайте бампер пластик краска поставим. Туманочки есть. Есть брызговики. Защита для фар. Можно защиту для фар поставить. Так, минуточка. Так. Чего там?
Так, извиняюсь, минуточку, как всегда, отвлекли. Диск нового образца здесь поставим. Так, тюнинг по салону. Боковые дефлекторы. Навигатор. Вымпел Евгений. Посмотрим это потом. Бортовой компьютер есть. Платон. Ковер. Ковер на спальничке. Так, это шторочки. Гирлянда есть у нас. Это на лобовом стекле. Полка. Вот такая полочка. Вторая. Давайте вот такую полочку поставим. Коврик для полочки. Можно кружечку поставить. И вот тут. Ага. Сигареты положим. Так, коврик есть. Ага, вот еще. Коврик такой, линолеум и линолеум. Вот такой, давайте вот такой коверчик. Линолеум поставим. Салончик. Ну, сейчас посмотрим, да. Вот такой вот, ребята, масс у нас получился. Евгений, 66. Прикольно. Давайте его купим. Сейчас посмотрим, послушаем звуки какие. Ой, так, не туда, не туда. Грузовики. За руль. Не сможете изменить, пока у вас есть, блин, заказ еще такой, какой-то все не так. Что там за заказ у меня? Отказаться. Так, вот, ребята, наш мазик. Заводим его. Неплохо. Так, фары. Работают. Аварийка. Работает задний ход. Работает. Бортовой компьютер работает. Окошки. Анимация присутствует. Справа.
принципе, неплох. Сработали, поддержка кабелей присутствует. Такой вот, ребята, мазик, ну, в принципе, неплохо. Всем спасибо за просмотр, увидимся в дальнейших видео, всем пока-пока.